Всем привет, мои хорошие. Сегодня у меня с фикс прайса небольшая продуктовая закупка. И тут в пятерку я еще забежала яйцо с хлебом купить. Все показывают, блогеры с фикс прайса. Они покупают такие, знаете, красивые новогодние уже тарелочки, такую подложку, подставочка фарфоровая. Вот эти вот шарики, гирлянды розовые, нежные. Все, я насмотрелась и побежала тоже в фикс прайс. Думаю, куплю такие тарелочки и шарики. Но в итоге я посмотрела эти тарелочки. Качество, конечно, у них никакое просто. Вообще очень плохое качество. Не знаю, я посмотрела и решила не брать. Потому что там уже где-то сколы, уже где-то трещины. И вообще видно, что фарфор очень плохого качества. Вот эти вот все тарелочки в виде звездочек. Просто новогодние такие круглые тарелки. Но мне лично вообще не понравились. Не знаю, как кому. Я не стала их брать. Качество такое, ну, плохое, на мой взгляд. Те же самые бокалы тоже новогодние, тоже там. Ну, не очень. По мне так фарфор, как одноразовые. Не знаю. Мне не приглянулось, поэтому я там уже раз зашла. Взяла кое-какие. Ну, просто такие, знаете, вкусняшки. Так сказать, не продукты даже больше, а просто вкусняшки. Вот такую вот соломку, картофельные чипсы. Не знаю, сливочным маслом ни разу не брала, но другого не было. Поэтому взяла похрустеть. Потом вот такое вот шоколадное не молоко. Вместо какао у меня детки пьют, я сама. Такое не очень, а им нравится. Потом вот такие воздушки, они вкусненькие, я себе в кофе добавляю. Мне нравится. И что еще с фикс прайса? Так, с фикс прайса еще вот такой эрмигурт. Он вкусный, карамельный пудинг, но в составе здесь есть Е. Хотела сразу вас предупредить. Вдруг кто-то прям блюдит, что не дай боже попадется. Поэтому он вкусный, но как бы химия присутствует. И быстренько там же у нас в этом же месте забежала за хлебушком, взяла вот такой вот деревенский. Здесь семечками подсолнечника я люблю. И яйцо купила. Это уже в пятерочке. Там все рядом. Вот у нас просто уже закончилось яйцо и хлеб. Поэтому я забежала сразу и купила. Так, в фикс прайсе еще пакеты. Вот такие пакеты. Пытаюсь я от них отказаться, но у меня почему-то не получается. Я, знаете, не понимаю, как продукты куда складывать. Надо тогда много каких-то контейнеров, если что-то в холодильник убирать. И не знаю. Пока не могу приловчиться, поэтому вроде откажусь от пакетов. Где-то неделю без них побуду. И потом все равно покупаю. Ну вот. Не могу я наладить экологичность у себя. Да, так, вот наши чеки. Такая вообще маленькая у меня покупочка вышла сегодня. Я говорю, чисто вот эти тарелочки меня заманили, блюдца в виде звездочек. Прям, ну, на экране, знаете, так красиво все смотрится. Думаю, хо-хо, новогоднее, еще и так недорого, даже дешево. Но качество тому и соответствует, да. Так, ну вот, чек мой с пятерки. Тут у нас вот яйцо и хлеб. 133 рубля. И с фикс прайса пакет Майка. Вот напиток 88 рублей. Овсяный шоколадный. Пудинг 30. Пудинг по 15 рублей 20 копеек. Чипсы по 49 рублей. Знаете, почему по 49? На самом деле чипсы по 55 рублей, молоко 99 рублей. Это просто у меня на карте были бонусы, их списали. Так что, да. Угу. Точно, 99 молоко, это я точно помню. И пудинги по 17 рублей, по-моему, так. И вот этот картофель по 55. У меня были бонусы, мне их списали. Это вот 320 я вот отдала за фикс прайс. В общем, у нас что там получилось с вами? 455 рублей. В общем, вот такая вот покупка. Фикс прайс меня заманил тарелочками, купила всякой ерунды. Ну, в общем, так. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.